Кто хотел бы абонементик месячный, безлимитный, бесплатненький в CrossFit Street Club? Из мальчиков от 16. Есть мальчик от 16. Мальчик 38, наверное, тебе. Подходи к нам, годишься, годишься. Ну просто ты как бы огромный парень, тебе сложно отказать? Ну если что, вот ребята на моей стороне. Итак, есть один, еще, еще. А, вот, 16 есть. Пас, а, 8, с Конором такой, 18, это же, блин, 2 года как все. Есть 2, еще. Есть у вас друзья-спортсмены от 16? Так, где, где? Где, 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 покажите. Парень, давай, тебя выпикают уже. Как бы подруги намекают, иди хоть спортом займись. Иди хоть что-то сделай полезного там, в этой жизни. Так, есть, и третий, четвертый, есть. Англичанин из Британии приехал. Еще одного? Еще один нужен. Пятый. Есть спортсмен перспективный, да? Да, да, да. Камон, камон. Как-то интересно, ты как будто взглядом спросил у меня, типа, можно как бы я? Можно, конечно, можно. Итак, не пугает ли вас слово «перпи»? Нет? Вообще не пугаешь? Тогда снимайте штаны перпи! Серьезно, парни, вы даже не знаете, что такое уже. Перпи-тест – это серьезное спортивное упражнение, в общем-то, по итогам которого мы определим, кому из вас достанется месячный, безлимитный абонемент в спорт стритфит, правильно? На кроссфит. Воу, воу, воу. Итак, микрофон, да? Окей, смотрите, Ярик сейчас покажет, как нужно выполнять упражнение. Кто по итогам одной минуты выполнит как можно большее количество повторений, тот и получает сертификат. Итак, покажи нам, как это делается. Пока все просто. В глазах у парня читается легкотня. Легкотня. Давайте запонимите, поборемся сейчас, легкотня. Посмотрим. Итак, парни, приступайте, подходите к любому из понравившихся снарядов, так? Есть, есть, куда ты ушел? Сдался уже сразу же. Возвращайся к нам. Итак, на исходную. Ярик, у тебя есть сотовый с секундомером? Сотовый, я не понимаю это слово, лет 16, сотовый. Так, парни, нифига себе, вы еще не купили абонемент уже у каждого по персональному тренеру. Нормально живете, ребята, нормально устроились. Итак, да, готовы? Поддержите парней, они борются за сертификат, за абонемент безлимитный. 3, 2, 1, поехали! Пять секунд прошло! Важно правильно выполнять упражнения. Пока что техника неплохая, у ребят неплохая. Да поддержите парней, нужна ваша поддержка. Наши будущие чемпионы, наши будущие спортсмены. Щит, стена его верхнего, защита его верхнего. Это все они. Последние 10 секунд. 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп, время. Так. Пока что не озвучит. Так, как бы мне в 2016 году с проводом таким поработать бы с микрофончиком. Так, ребята, между собой определитесь, как сколько там. Давайте каждый. Можете подойти, просто микрофончик не достает. Во-первых, здравствуйте, новые лица. Итак, сколько у твоего подопечного? Ты же обучал, ты же тренировал его. Месяцами я видел, мы на аллее, вы тренировались. Итак, результат за минуту. 18. Не очень хорошо тренировал, но на самом деле нет. Парни только что здесь вызвались. 18. Твой результат? 24. 24! Это уже неплохо.
26. Я понял, по какой логике вы стали. Свят, по всей логике у тебя должно быть 96. 27. 27! Да! Как тебя зовут? Никита. Никита. Ты Никитище! Никитище, чемпион! Yeah! Ваши аплодисменты! Парень, ну все, с понедельника ждем тебя в зале на кроссфите. Безлимитный абонемент в Street Fit Sport Club. Итак, ваши аплодисменты есть. Первый перпи тест, парни, но вам тоже аплодисменты от всего зала, от всей нашей публики. Как-то не очень аплодирую. Давайте поддержим парней.